Хрустящие хлебцы к супу. А для этого берем хлеб, можно взять черствый, и режем на кусочки. В чашку наливаем оливковое масло, добавляем специи, любые. Я положила паприку, тимьян и немного посолила, хотя, мне кажется, солить и не надо было. Тщательно перемешиваем. Вот так на противень расположили ломтики хлеба, и теперь начинаем смазывать маслом.
Отправляем в духовку до золотистой корочки. Хрустящие хлебцы к супу готовы. Приятного аппетита!